Привет, друзья! Вот сегодня очередная у нас поездочка. Вот смотрите, какое красивое место мы нашли. Сейчас поднимемся немного. Мы не планировали, но здесь решили как-то само собой. Это мы находимся на шоколадном холме. Проезжали. Вроде бы мы тут были, но вот, в общем-то, сюда не заезжали. Ну вот, давайте пройдемся, посмотрите. Это склон шоколадного холма, и вот он достаточно красиво так убран. Посмотрите, различные цветы здесь. Сейчас покажу вам. И мы пройдемся, посмотрим, ну, немножко. Фактически мы что сейчас делаем? Мы взбираемся на шоколадный холм. Ну, не знаю. Но это не те шоколадные холмы, где в центре Бахола. А их просто везде много. Так, давайте будем. Достаточно обрыв такой. Надеюсь, я правильно иду. Раслит! Эмманоры! А видите, я не туда пошел. Давайте вернемся. Да, что-то я. Вот. Вот, нашли нашу дорожку. Поднимаемся на шоколадный холм. И, ну, в общем-то, такое милое местечко. Такое убрано. Всякие цветочки посажены. Давайте мы пойдем. И вот мы уже поднялись. Смотрите, красивый вид. Вон холмы. Шоколадные холмы. И мы сейчас на них взбираемся, но это не те, которые туристическое место, а просто так. Какие-то дороги, я не очень понял, где подъем. Наверное, вот это. Видите, смотрите, такая запутанная дорога, но интересно. Может быть, так и надо. Вот, смотрите, все больше и больше поднимаемся. Вот мы поднимаемся на вершину. Видите, шоколадные холмы. Вот, остановились. Смотрите, красивые домики. Ухоженные. Вон там внизу два красивых домика. Очень милые. Надо будет их сфоткать. Ну и вот, посмотрите вокруг. Посмотрите, как выглядит. Это примерно центр Бахола. Но не туристическое место. Сразу же предупреждаю это. Я говорю, шоколадные холмы, но их везде много на Бахоле. Это, вот смотрите, меня уже кричат, зовут. Смотрите, смотрите, как красиво. А, смотрите. Вау. Помните, в прошлый раз мы поднялись тоже на вершину, но та вершина была, конечно, круче. Ну, потому что мы ехали, но еще сегодня нам предстоит водопад. Мы еще просто на пути. Смотрите, вот вам, смотрите. Вот мы много говорили, шоколадные холмы, а вот реально подняться на холм, вот все время это первый раз только. Реально подняться на холм не получалось. И вот мы реально
поднялись на холм. Потому что многие спрашивают, ну и я сам интересуюсь, вот, а как это подняться на холм? А как это? Как он реально выглядит? Вот со стороны, смотрите, мило. Вот они, холмы. Вот наша компания. Идем. Вот как выглядит реальный холм, если на него взбираться. Ветер. Ну, видите, все фотографируются. Вот своего рода вершина. Вы смотрите. Вершина вокруг. Ну, это, конечно, не гористая такая местность, а холмистая. Но все равно вот определенная вершина взята. Так сказать, стратегическая высота взята. Вот видите, там как деревья. Между холмами деревья. Как-то они там... Может, люди живут. Давайте подойдем к нашей компании. Где все фотографируются. Давайте я тоже. Ну, а, друзья, мы начали спускаться. Настроил свою камеру, микрофон. Вот видите, все здесь. Марта, Раслин. А, Марта. Марта want to stay longer, right? Ah, look, she, Raslin, she explained you that she want to stay more. Ah, we need to stay more. Raslin, I need you because you didn't bring me a stick. Ah, okay. Okay. Oh. Okay. Ali, how are you? Окей, окей. Yes. Видите, здесь немножко аккуратно, потому что я сейчас... Ну, что помните, упал, и плечо было посломано. Поэтому я сейчас стараюсь аккуратно спускаться, подниматься и так далее. Ну, подниматься проще, спускаться сложнее. Но, видите, очень хорошее впечатление, короткое, но хорошее. Ну, потому оно не запланировано. Мы, в общем-то, если мы бы планировали вот... в это место приехать, мы бы привезли бы еду, посидели бы, да, зонтики, чтобы не жарко. Но мы не планировали, поэтому просто так, вот видите, ступеньки, упс, упс. Стараюсь быть аккуратнее. А то Раслин здесь меня защищает с разных сторон. Вот, Марта хотела дольше остаться. Но у нас же мы не закончили на этом. Мы идем, едем сейчас в следующее. Помните Джана Фарм, где мы уже были? Нам очень понравилось. А сейчас мы хотим туда, а там еще пройти в к водопадам. Пройди к водопадам. Ну, то есть водопад, где мы никогда не были. Ну, все-таки что ж. Не знаем, ничего не могу сказать, не могу сказать, красиво, некрасиво, просто что не были. Бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ну вот, видите, я сейчас ходил. How are you? It's okay? Одел нормальную обувь, не кроксы. Кроксы скользят на земле. Это уже проверено. Я одел обычную. Здесь на Филиппинах проблема, конечно, с обувью. У меня большой размер, поэтому приходится заказывать по интернету обувь. Вот. Помните, мы чуть не заблудились. Я пошел в другое направление, потом повернул обратно. Ну, посмотрите, все, видите, как-то убрано, ухожено, вот что мне нравится. То есть, наверное, они как-то используют это место. Может быть, как общественное, как сюда ходят. Может быть, время от времени здесь собираются. Ну и живописные вот камушки, смотрите. Справа камушки, слева обрыв. И сейчас в машину и поедем. Эти ступеньки сделаны. Не просто, вот так на склоне так не подымешься.
Я думаю, так вот просто так подниматься, думаю, нет. Нужно специальную какую-то обувь, чтобы она реально врезалась в землю, потому что скользит. Вот представьте себе, если вот так напрямую идти. Нет, не получится. А вот только разве что вот такая тропинка с цветами, видите, цветы посадили вокруг. Смотрите, нравятся цветы, такая милая, милая. Вот видите, даже обрыв здесь такой справа. Расли мне постоянно говорит медленнее, медленнее. Вот, старая, ну вот уже, видите, почти все. Обувь нормальная, не скользит. Вот видите, сюда спускаемся. Ступеньки сделаны. Вот Марта бежит. Марта вон бэк. Марта, you want back, right? Окей. Ну и вот это место. Видите, много цветов. Давайте их покажем. Убрано, ухоженное место. Что это такое, непонятно. Как бы такой вот дом. Такой разрушенный. Но тоже. Видите, даже львы при входе. Хорошее, приятное место. Как мы его нашли, не понимаю. Да, как-то ехали, ехали, остановились. Видите, здесь колодец. Давайте посмотрим, видите. Колодец. И затрели, вот и. А, видите, действительно вода. Давайте мы прямо, вот на Филиппинах я колодец, ну, прямо скажу, не видел. Скорее. Вот, видите. Из колодца, видите, колодец. Вот, не думаю, что правильно пить эту воду, мы не знаем ее. Ну а так просто вот приятная прогулочка состоялась. Но мы еще, как я сказал, мы еще продолжим. То есть это так просто. Мы остановились, даже непланируемая остановка. Видите, сейчас надо будет развернуться здесь и ехать обратно. Вот. Ну вот такое вам местечко. На Филиппинах, вот милое, смотрите, вот эти домики мне нравятся, красивые окна такие, домики два одинаковых, милые красивые домики, так что вот показываю вам их. Ладно, пока что все делаем, вот давайте еще раз покажу, куда мы поднимались. Вершина не видна, потому что она закрывается, может быть тоже какая-то религиозная вещь здесь, потому что на Филиппинах часто по религиозным. Вот. Ладно, ребята, все, сейчас закрываю камеру и будем ехать дальше.